Здорово, ребят, короче, меня вызвал на дуэль брат Симпла. Он просто дикий, он какой-то бомбящий очень сильно. Роза, закрой. Ну, как вы видите, уже я агрессия как бы идет. Слушай, а тебя как зовут? Не слушаю. Ну, как он представился, он сказал, что он брат Симпла. А сколько тебе лет? Мне 23 года. 23 года? В смысле, ты старший брат Симпла? Ты переспрашиваешь, ты баран? Я тебе как бы сказал, а ты говоришь, что тебе 23 года. Может, ты еще спрашиваешь, что я, куда я сру? Куда ты? Серёж. Закрой рот. Кстати, чуть не забыл, вот победитель предыдущего розыгрыша на Kunai Luxury на CSGO. Смотри, а как ты вообще пришел в стендов? Ну, короче, типа, Simple любит играть бустером. Я вот через стрим зашел, и они там как раз-таки стендов играли. И вот я спросил, что за помойка игра у вас? Они сказали стендов. Вот я аккаунт купил, и тебе бот просто хотел с тобой сыграть. В смысле помойка? Ты же Na'Vi-тренер, самозванец тупорылый. Ну, сейчас посмотрим, какой ты Na'Vi-тренер. В смысле самозванец? В прямом. Ты переспрашиваешь, как аутист реально. О! Ох! А, подожди, а ты в игру задонатил или же ты аккаунт купил? Я аккаунт купил, баран. А, реально? Мы осуждаем такое, Слушай, ты вообще как, хорошо играешь? Так же, как Саша или же... Какой Саша? Он бот вообще такой. У него все куплено, он играть не умеет. Вообще, ты думаешь, что он реально так хорошо играет? Боже. В смысле? Ты реально слитый такой. Саня хорошо играет. Нет, он плохо играет, он бот тупой. Подожди, а почему ты такой агрессивный, какой-то токсичный, я не понимаю. Тебя что, урыть, я не понимаю, или что я, ну типа... В смысле, а что ты... Я адекватный, в отличие от тебя, баран. Я тебе ничего не сказал, ты начинаешь с какой-то агрессии, мы с тобой мне играем в боевтёмку. Я хочу начинать агрессию, потому что я брат Симпла, понимаешь? Ладно, я хорошо, какой личность, у тебя рост? А ты бот тупорылый. Так тебя я никто не знает. Я 3 метра баран. А, 3 метра, ты 3 метра баран? Рога не мешают? Стоять. Закрой, оп. Роза, блин, закрой. Я случайно дигл купил. Боже. О, блин. Слушай, ты жесткий. Бот, домой раба. Просто красиво. Домой раба. Ты даже сленг стендоферов уже выучил, слышишь? Ты уже сленг стендоферов выучил. Короче, ребят, я по его игре понял, короче, то, что он играет слабо. Я, короче, сейчас я замутился в дейте, я сейчас буду к нему жестко подаваться, короче. И это как норм? Его... Я как бы... Говорить может. И буду его нагибать. А, да-да-да, я тут, да-да-да-да-да. Алло, да, да, да. Ты где, Нобик? Нобик. Оп! Домой раба просто. Изи! Изи, раб! Короче, как вы поняли, он будет сейчас жестко... У меня жестко... даже ножа нормального нет, видишь? Когда... Я, например, на медаль задонил. То есть когда... я аккаунт купил. Я замутился. Короче, я сейчас буду жестко подаваться, говорю вам. И просто, когда начну камбэкать, он просто будет дико гореть. Алло, ты тут? Да в смысле, есть у меня нож, идиот. У меня Kunai Luxury, он так же как... В смысле, идиот, заткнись. Прямо. У меня Kunai Luxury, он прямо стоит так же, как и твой. Прямо. Да как так? А вот так! Блин. Подожди, а почему ты без АВП играешь, если ты брат Симпла? Возьми АВП, если ты брат Симпла. Так, я сейчас возьму и тебе на дружопу. Бот. Хорошо. Насколько ты хорошо тебе передались? Давай. В смысле, баран? У меня нет. Прямом. Боже. То, что я из Дагестана, это не значит то, что... Сюда, на, о! Иди сюда. О! Может, ты перестанешь прыгать? Иди сюда, боже. Оп. Изи, раб. Блин. Изи. Ну не получилось. Изи, тебе не дано слово говорить. Я тебе не давал слово говорить. Ладно, я тоже сейчас покупаю АВП. Сейчас я покупаю АВП. Начинаем его дико камбэчить, я забудь. Я АВП купил, все, те капец еще. Мид иди. Оп. Боже, сюда, как? Хлеб. Слитый, за стенку, бот. У тебя пинг. У тебя пинг 100. Рабыня. Опять на мид? С АВП ты будешь? Да, на мид, да. Окей, хорошо, давай. Пацаны, показываю... Смотри, чё, показываю пацаны? Тебе... Чё, тебе пацаны, мамиталочку, говорите, мамиталочку. Пацанам. Боже, так как... Опа. Боже, мамиталочка какую рабочая. Мамиталка, баран? А что, без флешек, чё, что ли, играет? Клан пепис какой-то. Чё у тебя, феникс, боже, рабы... Звание рабы, даже птица, звание какое-то тут в игре. Что за говно? Коды один может. Это Феникс, это Феникс. Ты играть будешь или смотреть мой аккаунт? Что хочу, то и делаю, закрой рот. Ладно. Стой, закрой рот, слышь? За языком. На мид иди. На мид? Я только что там был, ты где? На мид. Мне все равно. Мое слово закон. Твое слово ничего не стоит, потому что я беру его так вот тебя нагибаю. Слитый! Рот свой закрой! Рот ты свой закрой, понял? Ты? Неадекватный. Смотри, я сейчас пью... Говно ты пьешь. Пью энергетос и говно вообще ни одного раунда тебя не сливаю. Говно ты пьешь. Опа. Тёмку иди. У тебя таких напитков. Да слушай, Тёмку иди.
прямом. На тебе хаешечку. Ты что, тупой? Ты на даже тебе, не понимаешь, в каком смысле я говорю. Сюда иди! На, ноускопчик! Оп, ноускопчик, не попал. Домой, раба, просто. Давай, давай ножи, мид, пойдем. Ножи, давай, сэм своим говным ножом. Не до лакшери. Слушай, а сколько у тебя ножей на этом аккаунте? У меня 100 ножей, понимаешь, как у сына Вилсакома, я богаче этого. Давай я у тебя, давай, если я тебя выиграю, я тебе ножи все заберу. Все, нож мид, идем еще. Нет. В смысле, а что ты с пистолетом? Сюда, иди. Домой просто, изи, вантапом убил бота. А чё ты пиздец? Потому что я хочу, понял? А ты чё, офник? Я не давно спрашивать, я тебя... А ты офник? Спросил, ты на бутылке пересидел? Да заткнись, всё, успокойся. Пруф, слип. Боже, изи. Ну просто у вас какая-то пушка говно М40 в игре. М40 нормальное оружие, надо в прыжке. Говни. Просто. Ще. Я тут. Ты иди где? Сюда, боже. Смотри. О! Оп! Где ты? Алло! Оп! Вот я перед тобой. Алло! Оп! Алло, ты где, оп, баран? Изи. Боже мой, такой локерный! Ты вообще на, у меня на троне сидел. Как управлять это говне? А! Лагает! Так давай на ВП! Алло! Оп! Да, боже, да, где? Так как тебя зовут? Не я забыл. Дело. Как тебя зовут? Меня зовут лучший игрок в мире. Лучший игрок в мире. О, самый слабый игрок в мире. Роза крой. Самый слабый игрок в мире. Изич. Самый слабый игрок. Все, я беру. Хорош. Самый слабый игрок в мире. Ты движняк или порожняк? Ты баран? Ты осел просто. Я говорю тебе, ты движняк или порожняк? Ты заднеприводный вообще. В смысле? А с чего такие убеждения? Алло, куда ты как прыгаешь? Ты за стенкой вы? Куда ты прыгаешь, сайгах, тупоголовый? Ой, извиняюсь. Закрой рот свой. Все, ладно, молчу. А что, если у тебя брат Саня Симпл, тебе можно все позволить или что? Да. Что тебе можно позволить? Я не бомж, как ты. Все могу себе позволить. Я могу себе 3 айпада купить. Раз. Да нет, дай айпад. А, конечно. Я ботан с литым не даю. Как? Слабенький, слышишь? Да, рот закрой. Я тебе сейчас камбэкну. Ты, кстати, мне еще 3 ножа должен, понял? Если ты мне дашь 3 ножа, мы с тобой спорили, получается. Если ты мне 3 ты мне 100 ножей отдашь, даешь. Ты мне 100 ножей даешь тогда. Какие 100 ножей? Ты же говоришь, у тебя 100 ты ножей. Чё, если... тупой? Если я тебя выиграю, ты мне 100 ножей даешь. Ты мне сказал, что ты мне 3 ножа дашь. Короче, за хочешь? Тобой выехали. Смотри, ноускопы. Ноускопы, смотри. За тобой выехали. Оп. Оп. Да как? Что за говно, а не игра, боже мой. Оп, сюда! Боже, такой урон! Слабость. Он отключился, ребят. Короче, вот такой вот агро-брат Симпла, которому якобы 23 года, которого я просто выиграл. Пацаны, как бы, ну за такое лайк, подписочка на канал. Ну и, конечно же, всем спасибо огромное за просмотр. Обязательно смотрите вот это видео. И всем до скорой встречи. Всех люблю. Давайте уже, кстати, добьем 150 тысяч подписчиков. Каждому подпишавшись. Третий чуть. Пока.